Привет, друзья! Сегодня я расскажу самый простой способ, как убрать блики с лица с помощью программы Photoshop и достичь вот такого результата. Будем сегодня мучить Megan Fox. Итак, приступаем. Открываем исходную фотографию. Нам нужно создать новый слой. Для этого нажимаем иконку в правом нижнем углу или комбинацию клавиш Ctrl-J. Выбираем инструмент кисть. Ставим непрозрачность приблизительно 80%. И нажатие тоже 80%. Нам нужно за основу выбрать цвет кожи, который возле блика. Нажимаем на верхний квадратик и пипеткой выбираем примерно в этой области. Закрашиваем блик слегка. Можно немного уменьшить размер кисти, приблизительно вот так. Немного закрасим нос и, может быть, немного возле глаз, если в этом есть необходимость. Вот, в принципе, все, друзья. Вот как было и вот что мы получили. Можно сделать непрозрачность немного меньше, на свое усмотрение. Все-таки легкий блик должен остаться. Я думаю, вот такой результат нас устроит. В следующем уроке я расскажу, как сделать идеальную голливудскую кожу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Жду вас на своем канале. До встречи, друзья!